дрянь. Да нет, застоять вы не можете не застоянием, просто... Мы же старые, 8 марта здесь так праздновали. Тут бывают такие ямы. Мы с ней пьянствовали, а Саша откапал машину. А Марка потом толкала, и я толкала. Ой, вон там застряли. И этот же замочишь, ну что тут. И представь, мы к мамке съездили 20-го, а потом, я говорю, поехали вон туда, направо, где петушки. С мамкой собирали. Мы туда много лет не ездили. И вот мы как по этой дороге ехать, не налево, а направо. Вот мы поехали туда, а там так интересно, там трудно проехать было. И слушай, по всему лесу искали вешенку, где искали, где не искали, так, нигде нет. И именно там, из-за мамки, мамка нас туда и завела, и именно там, в глубине, направо, пень. Я издали его снимаю на камеру, тут я говорю, как красиво. Ну давай, я говорю, подойду я поближе и поближе сниму. А с той стороны там вешенки вот такие. Это бы лес был вообще и вверху, и внизу. Я говорю, весь лес обошли. И туда, и сюда, и где. Вот, на одной вешенке. А вот на твоем месте здесь все время мы лисички собирали. Вот здесь вот, нынче. И мы много, и вот тут нашли много. Зине давали, она ела себе. Поедем по целине. Да, по целине. Как тут раз. А хочешь объедем? А там яма не будет, а как с Тамарой, Саша? Не знаю. А ты опять так хочешь? Ну, сядем, значит, будете кушать. Пока я буду разгребать маленькую лопатку. Ну, вот так, что ладно, была лопатка большая, а сейчас лопатка маленькая. Не, Саш, там же будет сугроб опять. Никто ж не ездил. Ну, чего ты сюда повез? Ух ты, как хорошо. Какая красота. Ну, ты у меня экстремал. Ух ты. Не, назад-то мы выедем. Дорога назад есть, а вот вперед там мы не проедем по этой целине. Посмотрим, пока еще снег мягкий, можно пока проехать. Пока еще не темно. Тогда корка была, поэтому мы сели. Снег был плотный, и мы на нем сели просто, ну, все. Смотри, был глубокий. Ух ты, льдинка. Скоро май. Вот здесь мы и сели с Тамарой, сидели. Ой, тут вот тут мы и сидели, ой-ой-ой. А вон там и тогда лыжники тут были, вон лыжники впереди. И тот раз они тут были. Все, нам надо налево. О, хорошо здесь протоптали. Ну, мы кому-то дорогу сделали. Ой, какая прелесть. А Софьюшка бегала, ножки промочила. Ой, а бегает, все равно рассказывает стихи, так бойко. Она какую-нибудь песню пела в школе или танцевала? Номер, стихи? Вместе со всеми детьми. С детьми, да? Отдельного номера не было, да? Оля, здесь вот петушков мы нашли нынче. Слушай, ой, как хорошо. Сегодня свободно, да. А вот так вот столик пусть стоит. Вот так, по другой дороге, да? Ага. Мы по той дороге ездим. Ой, как хорошо. Слушай. Саш, ну тогда надо одну тарелочку холодца достать. Потому что у меня к холодцу и ложки, и хрен вкусный.